Привет, народ, это Альвинос, это Гриктех с тех времен. Что изменилось с последнего раза? Значит, докопал мой карьер, поставил его рядом, но из-за того, что я забыл, что у меня тут атомная энергетика, мне этот карьер чуть ли всю эту атомную энергетику не снес. Ну, как всегда, построил, ну, люблю это дело, вот этот ванильный гриндер. Ну, конечно, он такой себе по мощности, но что-то там дает чуть-чуть. Вот, поставил обсидиановую трубу, потому что тут хопперов-то нету, не во что собирать, которая при подаче на нее как бы вот энергии всасывает в себя все. Вот, но в радиусе один блок. То есть получается она всасывает 3 на 3 блока. Вот. Ну, дает чуть-чуть пороха, но все же ресурсы, они в Африке, ресурсы какие-то там дает. Тут мне пришлось немножко позаморочиться. Ой, взлетай, взлетай, давай, 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 давай. Вот. Тут была лава. И я вот отсюда сливал лаву, чтобы карьер убрал мне, ну, как бы обсидианчик. Ну, а потом спустился, просто тут ходил, заливал, заливал, и карьер мне вроде бы все выкопал. В общем, вот такие вот дела. И решил вот выкопать еще вокруг базы все. Ну, вот, в общем, наверное, буду копать вначале тут, потом сюда пойду, сюда, потом, может, там выкопаю. Ну, в общем, всю базу обкопаю, потом за филлером. Вот. Так, что произошло? Ну, в общем, как это у меня работает? Стоят вот биогаз engine, как всегда, все сюда вот скидываю. Ну, вот видите, вот дает ресурсы, обсидиана до хрена, гравия до хрена, iron ore до хрена, копер еще не переработал. Кстати, железо надо, наверное, это сколько будет стаков? Железо на переработку пустить. Пускай он работает. Железо, оно как бы всегда пригодится. Да. Вот. Что тут можно больше кинуть. Вот. Железо пускай перерабатывает. Так, непереработанное тут. Это обсидиан. Ой, а это тоже... Ну, это потом. Это намолол угля, сделал сталь. Вот, ну ладно, давайте сюда закину, потом, может быть, найду когда-нибудь. Так, по пчелкам. Очень много времени потерял на пчелах. Вот, видите. И, в общем, что у меня появилось? У меня появились индустриальные пчелы, которые, по-моему, если не ошибаюсь, они у меня еще к тому же... Не, не эти. Какие-то тут есть beautiful... как бы бьютифелик. Ну, в общем, они ой, хилят. Так, эти нет. Или не эти. Вот эти, наверное, хилят. Я так полагаю. Вот, бьютифик повесил на них. Кстати, надо будет их... В смысле, а это откуда? А, и она... Эти проверенные, это не проверенные, поэтому она не дает. Вот, с эффектом Beautiful. Тут у меня имперские все-таки я их вывел. Это не золото, это Royal Jelly. Нашел я такие жителя, который дает мне эти проверенные рамки. Продает, наконец-то. Потому что эти они съедают чуть ли не за один... сезон. Тут у меня вообще хитрые пчелы, вроде бы как, или уже не хитрые. Industrials Imperial. Они дают и одно, и второе. Я вот тут стараюсь их такими и держать, чтобы... Так, этот уже чистый, а вот этот вот еще такой гибрид. Ну, хитрые, конечно, но смысл от них никакой. Видите, у меня постоянно идет beautiful этот. Ну, тут понятно. Ой, тут у меня эти. Тут что у меня? Тут нубли.
Нобл тут культивейтедов по чуть-чуть развиваю, даже не смотрю. А тут у жителя нашел этих марши. Были, как они называются, не марши, были как бы, фиг поймешь, какие они у него были. Они у него были джунглевые и марши. И, в общем, когда я их начал разводить, джунглевые почему-то не захотели тут жить, исчезли. Остались только маршевые. Ну, эти марши. Марши это ж кто ж они такие, блин? Это марши, это болотные. Во. Так, это вернем. Так, тут чуть-чуть переделал все. Теперь у меня в Iron Tank идет вот это вот все дело, да? А где же я перерабатываю? А, внизу перерабатываю. Так, с саженцами у меня, смотрю, проблема чуть-чуть наступает. Поэтому берем саженцы. Вот. Саженцы. Ну и можно чуть этих взять. У меня их вполне хватает, пока они не нужны. Так, хотя, в принципе, саженцев хватает, да? Вот, биомасса мне нужна, в основном для карьеров. Так, ну теперь что, пошли вниз, тут у меня все по-прежнему. Ай, вот же, куда скидываю эти самые ресурсы ненужные на данный момент. А, хотя уже, наверное, поработал, можно что-то скинуть, да? Так, побывал в аду, накопал вот этих пирит ор, сапфир ор, из них сфалерит. Из них можно получать сфалерит, цинк и yellow garnet. Да? Usage. И самое главное, из них можно получать сульфур и цинк. А из пирита usage можно получать сульфур и айрон. А из сульфур и салпетра, сульфур и колдаст можно получать ганпаудер. Ну, хотя у нас благодаря тому, что е включен режим показа этих самых скрытых рецептов. Рецепт. У нас есть вот скрытые рецепты показываются. И можно Cold Dust плюс Redstone получать и Gunpowder. Ну или из материи. Но с материей тут у нас как бы все сложно. Рецепт. Чтобы получить материю, нам надо Mass Fabricator. Вот какие-то. Но Mass Fabricator. Это, как говорится, ай-яй-яй. Вот этот не делается. А делается только грехтеховский. А грехтеховский делается очень так. Вот этот, наверное, Fusion Reactor. Лихтик, грехтех, компрессор. Как он выглядит, я уже забыл. Вот этот, что ли? Мэтр фабрикатор. Во! Для него надо телепортеры. Где он тут был? А, вот он. Телепортеры, вот эти вот энергетические флоу, tungsten plate, iridium plate, ну иридиум так еще более-менее доступен. И хром, и титан. Титан у меня есть, а вот хром это, по-моему, довольно-таки сложный. Хром, Industrial Blast Furnace 1700. Ну хром я могу получить, по-моему, из Ruby Dust, да? А Ruby Dust мы можем получить из рубинов или из редстоуна. Вот. Но я пошел под пустыней, по-моему, спавнится рубины, а под морем спавнится, ну, под океаном спавнится сапфиры. Я их накопал. Вот. Так, идем вниз теперь. Это больше сейчас отчетная серия. Вот, мной было перенесено все на эту сторону. Сделал дизель-генератор. Ух ты, он уже все сожрал. Весь дизель сожрал. Биотопливо. Вот сколько у меня набралось этих ячеек.
ячеек сколько набралось атомных. Вот. И теперь, как я вроде показывал, как эта штука работает. Когда она полная, она выдает сюда редстоун сигнал. А поскольку этот сюда светит, он его глушит. И поскольку сюда не идет редстоун сигнал, а атомный реактор не работает. Вот, чуть передел тут вроде бы, да? Да, можно уже тут, по идее, ставить еще один вот этот вот штук, да? Ну, блин, у меня тут тогда бахнет. Тогда, наверное, наверх и сюда подавать, да? Вот этот вот еще один можно сделать. Вот у меня. А что за power level? А что у тебя вообще пустые? Это что ли не работает? Это же трансформатор. Этот полный, а эти пустые. Ну вот это выходы. А чё ты не заряжаешь? Редстоун сигнал вроде нигде не получает. Ай, может на этот редстоун сигнал действует? Нет. А what the fuck тут? Это МФСУ. Выход не там, что ли? Ну да, конечно. Так его сбивать только и надо. Так, выход правильный. Так, как мне его машин-блок? МФСУ как сделать? Трансформатор из тебя как сделать? Ага, а нет, это МФЕ, мне не МФЕ надо, мне два золотых. А чё ты не работаешь, твою ж налево? Так, два золотых провода, и, ну это фигня, короче, да? Опять я тупить начинаю, что ли? Так, МВ-трансформатор? Или я что-то там другое поставил? Что-то никак понять не могу. Так, тут... Этот убираем на всякий случай. И этот. Так, у них входы тут. Так. Вторая попытка. Я поставил так, он получил и взорвался. Да. У меня вроде где-то были блоки. Чё я не так делаю? Чё у меня вечно все взрывается? После экспериментала я, что ли, это самое, вообще тупел, что ли. Вот. Так, мне нужен блок какой-нибудь. Давайте землю возьмем. Ну, я все правильно вроде бы делаю сейчас. Сюда входит 512, выходит... сюда ставим... А где можно... Вот так. Во. И должен отдавать. Во, пошла. Сюда не идет. Ну, это понятно, не идет, потому что тут... Во, пошла. Она прямую и работать не хочет, что ли? Ну, что-то как и заглючило, наверное, я так полагаю. Зато сюда вот сейчас можно ставить еще один, и он не взорвется. Ну, так намного приятнее. Или еще один трансформатор поставить, и хай он за это самое заряжает. Вот, ладно. Тем более у меня сапфиры есть. А где... А, редстоун сигнала нету. Вот, теперь все заработало. Я так и не понял, что это было, ну да ладно. Такая, слава богу... мелкими потерями все произошло. Так, атомный реактор мне... Главное, атомный реактор не снесло.
Опа, заработал. Так, что у нас в танке? Блин, лава кончается. Надо будет идти в ад, как копить лаву. Вот, видите, как... У меня же все это стояло там, поэтому я перенес сюда. Достроил вот этот, как его, взрыватель, компрессор этот. Достроил вот эту штуку. Теперь она у меня выдает 2400. Переплавляет, то есть я могу переплавлять 1003. У меня тангстен... Hot tungsten steel не могу получать только. Кальциум карбонат. Еще 3000. Что-то tungsten steel. 1700 алюминий. 500, 1500. Tungsten не могу. Ну, короче, tungsten это вольфрам, по-моему. Ладно, фиг с ним. Так, вот долго работал вот насчет этой системы. Никак не мог понять, что она у меня... не работает. О, как она работает. Когда тут пусто, вот, у нас, если в инвентаре пусто, то Redstone сигнал по пайпу выдает. Вот. Тут же стоит, когда она получает Redstone сигнал по проводу, вот это вот, кейсик провод, то выдает пульс. То есть она постоянно тут ну, набивает этого, ну, что-нибудь набивает, да. Тут я поставил вот эти вот машинки. Вот. И видите, идет красный провод. То есть, в чем моя ошибка была, я не знаю, может кто-то таким справит. Вот эти вот аватарик, простые гейты, они не могут работать с проводами. Они работают только напрямую, вот как и этот. У них нету, можно показать. Тинг-тинг. Да, вот. Это этот гейт. Если я положу его, у него нету, у него только Redstone сигнал и, видите, трубу проверяет, инвентарь там всякое. А вот и возможности выдать Redstone сигнал или не выдавать. Все, что это он умеет. Если я поставлю вот этот, вот, то у него есть тоже полное, Redstone сигнал есть, нету, и выдавать пульс или Redstone сигнал. Вот, то есть они с проводами работать не могут. Самый ближайший гейт, который умеет работать с проводами, это вот эти Iron Gate и Avatarik. Они работают с красными проводами, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, то есть Avatarik ставим и гейт ставим. Вот. Если тут поставлю какой-нибудь... Ну, допустим, вот этот, то он начнет его чекать, как, по идее, да, вот, как танк, видите, у него нету, как инвентарь, вот, разные условия, и он может выдавать Redstone сигнал, да, а, поскольку провода нету, он не выдает проводную информацию, но мы можем положить провод, и тогда он выдает, видите, уже появился проводной. Если сигнала нету, то выдавать сигнал. Если сигнал, ну, это вот уже насчет провода, видите, идет информация. А у этого получить, нету сигнала, там что-то делать, вот видите. Вот, это что касается этих самых гейтов, в общем, автоматизации. Что-то вроде автоматизации, да? А, да, на Diamond Drill повесил Silk Touch. Просто через книгу. Теперь она у меня вот добывает Silk Touch. То есть вечный Silk Touch. И почему я вот здесь взял его? Потому что, ну, допустим, вот этот Silk Touch, да, он, видите, как долго работает. А этот вот, чпок, и взяла. И еще можно повесить эффективность, там, ну, много чего понавешать. Вот. И теперь у меня эта система, то есть, если бы я ему врубил постоянно вот этот пульс, он бы его гнал, гнал, и потом начали бы вылетать детали. А так вот, он, этот видит, что у него инвентарь не пустой, и он не выдает Redstone сигнал. Как только вот это все уйдет, он даст сигнал Redstone, и этот начнет выкидывать. Поскольку эта труба золотая,
С помощью трубы можете регулировать скорость. Если каменную поставить, то она будет медленнее, то есть больше деталей перепродает. Так, сделал Workbench Plus себе. О. Рецепты. С помощью его я смогу, как видите, вот это вот я думал начать делать. Вот. Да. Значит, я так понимаю, его надо ставить вместо вот этого. Ой. Во. Я хочу себе нагрудник сделать. Какой? Как он называется? Я не знаю, что он дает. Electric Armor Plus. Armor Plus. Значит, Plus. Вот он. Идем собирать детали. И хай он там пару миллионов надо. Хай он его там создает. Ой. А, также сделал себе пилу. Но на нее почему-то не вешаются бафы. Так. Это сюда. Вот эти у меня банки тут. А, вот. Филит канистра. Рецепт. Нашел Cracked Sand. Он, по идее, делает Fire Fuel Can. Но я так и не понял, она работает, не работает. Я его, допустим, сюда вкидываю, да, вот в дизель. Она вроде бы ее выливает. Но тут почему-то вообще ничего не показывает. Как узнать, она работает, не работает. Выдает, не выдает, фиг его поймешь. Какой-то то ли глючно, то ли еще что-то. Вот. И эти канистры, я думал, сделал себе... Где он? Вот он. Jetpack. Ну, это как его называется? Который на биотопливе. Вот, Biofuel Cell. У меня их до хрена. Вот эти компрессоры делаем, вот эти пайнбаллы. Ну, понятно, да? Делаем Biofuel Cell. Вот. Их можем заполнять вот в этом. Вот я сделал вначале автоматик канистру. Потом делал канинг. И никак не мог понять, как его тут заполнять. Кажется, вот это вот заполняет вот этот. Химическую на топливе. Так, давайте смотреть, что нам надо. 64 железа. 64 железа. Дальше 128 угля. Два стака. 128 угля. Я так понимаю. 16 золота. 16. Тык, тык. 16 золота. 14 алмазов. 14. Дальше Ender Eye. Ну, Ender Eye'ов я понабивал вроде бы. Так же делается. Да. Ender Eye. 4 глоустоновские пыли. 4. 1, 2, 3, 4. И Lime Dye. Lime dye это циан. Lime dye это кактусы. Лемон. Где-то я их делал. А где я их делал? А у меня кактус. Ну, блин. Как сколько там надо? 4, да? Так. Куда он сюда ушел быстрее всего? Ну, как раз 2. Этот мы садим обратно. Вы еще работаете. Так, штука, ты это самое перерабатывай. Да, хорошо. И костная мука. Перетертая есть? Нет. Ладно, не будем жадничать. Как бы костная мука. Да, кстати, текстуры 4. По идее, все. И нам надо 120 тысяч МД передать вот этой вот системе.
Так. И. Я так понимаю, надо Workbench плюс вот это. Meaningwell плюс, Quantum Frame. А что тебе надо? Неужто тебя проводом надо соединить? Просто надо. Так. Ну вот как он анирует, я так. Неужто или этот надо тебе факел кондуктив пайп 120, или ты не лазерами работаешь? Пошла. Нет. Так. Workbench плюс я сделал. Что тебе надо еще? Workbench плюс. Ну, лазер плюс, только понимаешь, 16, 120, 129. Так, ладно, это забираем. Так, 16, блин, ну давайте посмотрим. Может, надо сначала лазер плюс сделать, тогда он будет. Или я вообще 128 вот этого. 16 алмазов. 16. Крутись ты нормально, блин. 16 алмазов. Не 17, а 16. 16. Так, дальше. 32 обсидиана. Это имеется. Так, 144 стекла. 128. Да пофиг, возьмем больше. 64 вот этих глоустона. Ну, это тоже есть. И 32 золота. 32 золота. Ну, идем кидать. Все это, может, тогда будет работать. Блин, или его пометить просто-навсего надо было. ПМК 64, 128, 16, 14 алмазов, этот, 4 глоустона, и дай. А где дай? Дай. Так, и чпок. Вроде бы пошло, вот энергия пошла. Ну ты не лазерами делаешь, да? Ага, пошло. Все же по трубам передается, да? Тогда получается, я могу вот эту вот хрень поставить тут. Она будет работать? Давайте проверим. Будет, но она скидывать мне ничего не будет. Будет. Так. Давайте тут ее поставим. И дадим ей тынк. А так достанешь? Достает. Окей, нормально, все, не достаточно. Так, с это мы сделали. Теперь нам надо сделать индустриальный даймондс. Diamond. Мне ж надо этот Industrial Diamond взрывом. Так, а компрессором я не могу сделать. Cold Dust. Могу сделать эти. Из них скомпрессить, usage. Из них получить вот это и компрессор. А, но это обыкновенный, а мне надо индастриал. Индастриал из четырех этих и 32 индастриал, каких там 32 индастриал TNT.
Так, что у нас тут творится? Ух ты, как у нас тут все интересно. Так, и что у нас он тут понасобирал? Не особенно что интересного. Так, ладно, это мы тогда возвращаем, пока оно мне не нужно. Алмаз сюда, глоустон сюда, голд сюда, это пыль сюда. Надо Е развивать, а я все, вот все ленюсь, честно скажу, вот ленюсь, а Е делать по ящикам, типа быстрее бегать тут, нежели. Так. Что? А, еще сделал себе статик ботинки, которые немножко спасают от падения и во время ходьбы подзаряжают электроджетпак. Вот видите, походил, он заряжает его. Плюс Solar Helmet. Он делается тоже вот силиконовые платы, карбон. На силиконовой платы у меня силикон цел был, да? А силикон цел я получил. Что-то там у меня оставалось, я получил после обработки чего-то. А, клей, да, сделал для получения литиум цела, чтобы получить литиум батарейку. Во, вспомнил. Так, эти быстро довольно-таки пережигают. Раз, два, три, четыре. Так, я все хочу забить полную систему. Вот эту вот полную углем. И тогда попробовать, может, Railcraft запустить. Вот. Дратуйте, дратуйте. Не проходите мимо. Где мой... Что там такое? Хотя днем за ним носиться это такое. Где ты, блин? Ай, ё-моё, я его Он подо мной где-то. Нету. О, давай, 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 сюда. Да где ты, мать, колку? Может, ниже? Так, еще один вопрос. У меня тут лава, да? Оу. Я тебя слышу, ты где? Да где ты? Падает что-то. Так, тут мне лава уже высосал сюда. Ну да, высосал. Тогда мы тебя забираем, потому что ты... Тут лава закончилась. Только не в лаву, блин. А то ты мне сейчас тут закончишь, да? Так, тут ты уже не доберешься, надеюсь, карьер. В общем, где этот я не... А, вот он. Сюда, дорогой, только не убегай. Давай, 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 давай. Жадина. Вот. М. Weapon. Home teleport. Вот. В общем, вот так я развился. Сейчас я стою на перепутье, я не знаю, чем заняться, честно говоря. Надо АЕ делать, надо жителя. Так, кого интересуют текстуры? Optional language. А где тут? Ай, это видеосеттинг. Текстуры не смогу показать. Это Weekend Pack, мои любимые текстуры. Они пока работают только с ванильными,
эти не трогают, но я ищу, там, помню, был пак дополнительных текстур для вот всяких этих, ну, дополнительных для всяких, как они называются, и для ну, для модов, в общем. Вот, понравилось мне йод, где там, M, Control, Weapon, Лава джунгли, Десерт, Нефть, Деревня, Портал, Last Dead, Деревня, Фрит, а где пустыня? А вот пустыня, Телепорт. В общем, а там океан, а тут пустыня. Первый раз я увидел такие вот интересные, хотя я вряд ли покажу, насколько они там интересные. Эти, вот видите, я бегу, и за счет того, что я бегу, набирает статика и заряжает мне, а что-то не заряжает, ну ладно, или от падения. В общем, интересные катакомбы. Правда, сейчас тут ничего не показать, но тут столько пауков было, что я вообще не представляете себе. Тут, короче, одни пауки были, пауки. Я тут бегал, искал, нашел до хрена чего. Вот, и под пустыней спавнятся рубинчики. Да? Ладно, я не тем занялся. Weapon Home. Телепорт. Давайте попробуем алмаз. Может, хотя бы один получить. Так, для того, чтобы получить алмаз, нам нужен алмаз. А для чего сапфиры вообще-то используются? Ну, для вот лопатронов, если он отключен рецепт. Ну, сапфиры сложно получать. Так, раз, два, три, четыре. Мы их должны у нас тут вообще место есть? Есть. Переработать. Да. Довольно-таки быстро перерабатываем. Это чтобы сделать гриндер. Так. Где четвертый? Так, четыре. Ванильный ТНТ. У меня ТНТ, наверное, не было. Так, берем 64. Порох. Сент юзич на ТНТ 12. И ТНТ использовать как индустриальный ТНТ 16 юзич. А сколько мне их надо? 32. Пороха у меня маловато. Так, значит, берем редстоун, тертый уголь. Рецепт. Воспользуемся таким. Рецепт. 7 мало. Еще редстоун. Блин, мне редстоун же понадобится в таких больших количествах. Рецепт TNT. А где индустриальный делся? А, юзач. Нет, рецепт. Рецепт индустриальный TNT 40. Мне надо 32. Это и провода. Компрессор. Я не помню. Компрессор. И, так, 32 ему надо. Довести 32. Угу. Так, а куда тебя впендюрить? Ну, давайте так. Танк. Ладно, тынк. Тут у меня линия на 32. Тынк. Окей. Сейчас он заполнится внутренним буфером. Значит, сюда 32 ТНТ, сюда это. И бух. Три индустриальных. Ага. Сработало. Хорошо. Так.
индустриальный ТНТ мы можем использовать, точнее нужно нам использовать для вот этих вот Diamond сталь платы и вот эти Diamond штуки. Rock Breaker, Automatic Weary Mill, Glass, Breaker 6, ну это мы уже делали, Мессератор. Так, у тебя тут не закончилось? Нет, не закончилось. Вы полные. Окей. Тут вот мне смотреть надо иногда. Нет, тут уже все переработало. Нет, не все. Ага, тут. Тут еще не хватает. А что-то не это, не самое, не это, не перерабатываешь. Энергии не хватает, что ли? Redstone чип сделала тут. Ну, растет. Ну, вот все еще... Так, биомассы полно. Может, биомассовые движки поставить там... Даже не знаю. Так, флинт сюда. Redstone... сюда. Так, индустриальный ТНТ простой, это сюда, может его не видел, не, нет. Ганпаудер сюда, даркаши сюда, индустриальные сюда. Так, помпу мы можем поставить сюда. Так, индустриальные мы можем превратить в динамит с веревочки. Веревочку берем, пинг, и ТНТ плюс это, получаем динамит. А динамит мы можем в липкий. А липкий это довольно-таки интересно. Так, липкий вот он был. Так, липкий динамит. Террария, блин, а? Чпок. Так, теперь мне надо зажигалка. Значит, у меня должна быть где-то... зажигалка нету. Да ладно, не проблема, сделаем. Зажигалка и железо. Iron. Тинг, тинг. В смысле, блин? Steel and Flint, во. Так, пошли испытать. Я так примерно знаю, что она делает. Допустим, чем отличается ТНТ простое от вот этого. Допустим, пэм, пэм. Кладем ТНТ. И смотрите, в чем разница. Во. Она не уничтожает блоки, она их оставляет. Видите, она дает добыть вам блоки. А липкий динамит, он, по-моему... Ага, тоже добывает, да? Хорошо. О, видите, с помощью его можно добывать ресурсы. А интересно, он обсидиан добывает? Садись. То есть понаделали таких и вперед. Не добывает. Пошли, вот, допустим, видите жилу, хотите ее добыть. О, добыли. Прелестно. Я ничего не вижу. Ну да, в принципе, система как в террарии. Террария в Майнкрафте. Сколько она добывает? Вот. Ну что, довольно игравшись, пойду я, значит, делать... Кстати, можно добыть шелковым касанием. М, вернуться домой. Телепорт. Ну что, пойду я делать гриндер, да?
Индустриал гриндер. Вот эти мне надо, Diamond Grinder, и из него сделать Industrial Grinder. Помпа и Industrial. А, вспомнил, что хотел. В следующей серии, наверное, быстрее всего пойдем в ад. Я там буду ставить помпу из Грехтеха, потому что она не оставляет плавающих, как бы плавающих, ух ты, сколько ж у вас там, плавающих блоков лавы, текущих блоков лавы, что уменьшает, вот порох есть чуть-чуть, что уменьшает лаги, вот, что я хотел сказать. Ай, блин, как я так вот тогда просто вылосился, чуть все базу не снес. Капец, блин. Так, что у нас тут понасобиралось? Вот это можно забрать, 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 забрать. Вот, видите? Ресурсы идут. И надо делать уже ресайкл. Рекуклер. Как я его иногда называю. Ресайкл. Вот. Делать ресайкл. И видите, у меня ничего не автоматизировано. Так, железо можно переработать. Да, пускай перерабатывает. Мне понадобится много железа. Редстоун откуда-то взялся. Что-то я не понял, как он тут оказался. Ну да ладно. Вот, следующую серию, в общем, планирую поставить в аду помпу. Это переработать. Так, помпу поставить и иридиум ор слиток. Слиток мы можем взорвать и получить роллинг машине, компрессоре. Роллинг машине надо будет делать это. Иридиум алулой. А, иридиум алулой уже взорвать и получить иридиум плейт. А иридиум плейт это уже как бы квант и вот эти всякие квантовые штучки. Но это в ад надо идти. Не, в край. Вот. Пумп. Пумп. Вот она. Индустриальный адванс памп. Вот это вот надо будет сделать. Вот она хорошо работает в аду. Ну, хотя можно пумп плюс, но такое себе. Пумп плюс, я хочу больше Грега. Так, а что это ты закончил? Тут не закончил. Ну, еще чуть-чуть. Ладно, я подожду, пускай он, может, закончит и вернусь. Дофига пришлось подождать. Вот она, Electrical. Что он дает, интересно, я не особенно. Так, Electrical Armor Plus. Его зарядить, наверное, надо для начала. В МФСУ не заряжается. А как им, где его заряжать? Так. И как он заряжается? Тут? Нет. Тут нет. Из этого, из литиум батарейки. Ноль. А, его, наверное, одеть надо было. Теперь у него появилось меню. И он, наверное, будет сейчас заряжаться, да? Нет. Нет. Как тебя... Муха, зарядить. Сколько ты жрешь? МДМ заряжать. Так, пумп. Плюс. Что-то такого. Пилацер. Working query. Meaning well. А как тебя зарядить? Usage. МД.
ЕУ. ЕУ. Можете бат-бат-бат-бат из бат... Ну, блин, 2000 с хером... Это ж... Давайте, может, он от этой... Или он 32 требует? Вообще заряжается. Одну зарядил, да? Если это возьму, латпак. Как тебе, блин, зарядить? От того, что я бегаю, ты не заряжаешь. А единица. Побегаем. Не заряжается. Так, попробуем сделать... Батбокс поставить и сделать. Может, Т-32? Ну, больше-то нету ничего такого. Где тут батбокс? Тут. И тут не заряжается. Зашибись, штука. А как тебя зарядить-то? Тут не лезет. Тут-то не лезет. Ладно, в следующей серии постараюсь узнать все, что это такое. Подождите. Читмод, там. Давайте возьмем заряженный, посмотрим, чем он Electrical Plus. Может, он полет дает? Ага. Полет он, значит... А что ты разрядился моментом? И ты не заряженный? Стоп, я ничего не понимаю. Он глючный, что ли? Ладно, удаляем. Посмотрим. Этот заряжен? 0,99. 2 из 100. Короче, хрен поймешь. Возвращаемся в нормальный режим. Option, рецепт, утилиты. Дан. Он вообще летать дает, что ли? Не дает. Ладно, поразбираемся, как это работает и все еще серии. Ну как-то что он должен заряжаться там, говнюк. Я на тебя столько ресурсов угробил. Ладно, кто знает, подскажите. Увидимся в следующей серии. Да, кстати, делался ящик, который вот этот вот имитирует. Вот, увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. И для кого, может, будет интересно, Пилат, который под моим видео ставит комментарии, начал снимать похожий же летсплей с более мощными модами. Ну, если кому интересно, можете посмотреть. Ссылка будет в описании, или просто найдете его в моих комментах и можете там посмотреть, как играют другие люди в тот же, ну, похожий проект, только у него больше модов. Там уже и Red Power есть, и там, и еще какие-то он там моды оставил. В общем, кому интересно, можете посмотреть. Так, а что они вдруг перестали это самое? Надо вот эти, кстати, как-то автоматизировать уже, чтобы они шли. Да? Это сюда. Вот. А то так вручную, это ж замучайся их тут тягать. Да? Культивейтеды. Марши. Может нечаянно вылезти что-нибудь из них. Я даже не смотря их ставлю. Вот. Ну, по чуть развиваемся. В общем, еще за кадром что-нибудь подделаю. Вот, а мне надо вот эти вот юзыч для
вот этих досок, чтобы из этих досок сделать алвери. И тогда у меня будет большой улей, и он будет у меня очень круто работать. Не надо будет тогда автоматизировать. Да, точно. Надо будет делать большие ульи. Это мы скидываем сюда. Да. Сразу пошло. Хорошо. Что с этим говнюком делать, я так и не понял. Ему надо ЕУ, но он не заряжается. Как-то странно. Мух я оставил, я их потом буду в рекуклер пихать. В ресайклер. Вообще, у меня задача сделать ресайклер и поставить в воду лаву. То у меня лава заканчивается по чуть-чуть. Да. Я сюда попрощался, но не до конца. Так, это пригодится, пригодится. Этим надо будет разбираться. Как он, оно... Как же оно работает-то? ЕУ, ну, 20 миллионов. Какой-то зарядник специальный нужен. Query Plus. Query Plus. Так, мод Query Plus. Ну, что-то я не вижу. Spawning Controller. Ну, это плюс. Vibrant Catalyst. Нету тут. Такие вот есть. Overimpul Growth Mirror. Но они не работают. Ведро. Статус чекер нет. Мод. Query Plus. Ну, не видно, чтобы что-то было такое. Так, 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 так. Workbench, спаунер, query, enchanting. Кстати, вот enchant mover. Ну, так его можно сделать. Вот, ладно, я тут, наверное, подзаписал уже, хрен знает сколько. Пока, короче.